Более 30 лет на сцене провел в своей жизни актер разговорного жанра областной филармонии Владимир Градов. 6 июля артисту исполнилось ровно 60. За эти годы сыграно множество ролей в серьезных постановках и детских спектаклях. О своем творческом пути Владимир Александрович рассказал в эфире авторадио «Биробиджан». В школе был драматический кружок. После школы я поехал поступать во Владивосток. Не добрал один балл. Почему я приехал в Биробиджан, не знаю. И попал на курс Кипалаити. А через месяц меня переманил Землянский. И с тех пор моя жизнь всегда была связана с ним. Театральная жизнь в Биробиджане начиналась с Еврейского народного театра, который впоследствии стал называться «Кагилет». Постановки коллектива смотрели с удовольствием, и никто не уходил со спектаклей равнодушным. Сейчас Владимир Александрович играет в молодежном театре-студии «Образ», где делится богатым опытом с молодыми учениками. А работать с теми людьми, которые пришли и верят в театр, с ними вообще проблем нет. С молодежью всегда очень легко, потому что они впитывают и верят тебе. И верят именно актерской игре. К своему юбилею артист готовил большой концерт, в который вошли лучшие номера из нескольких сольных программ. Но в планы вмешалась пандемия коронавирусной инфекции. Но Владимир Градов уверен, что бенефис не отменяется, а просто переносится на более удобное время. Полную запись эфира на авторадио «Биробиджан» смотрите на сайте riabir.ru. Игорь Сукачев, Андрей Терехин, Новости 21.